Всем привет! С вами Михаил Шварц и Елена. Мы доехали до Аликанте, вот только что заселились в этот отель. Он называется Hostel de Lonja или Лонха, я не знаю, как там читается по-испански. Этот номер нам обошелся порядка где-то 30 евро, очень дешевый. Как видите, одна комната, туалет, кондиционер есть и окно в дворик, колодец, где, в принципе, ничего не видно, но я надеюсь, благодаря этому здесь будет ночью тишина. Сейчас мы пойдем вниз, посмотрим, какой здесь есть ресторанчик при отеле. Немного посмотрим город, а уже завтра будем смотреть более тщательно.